Okay, this is only for Russians. I'm going to translate it and going to start the translated video. If there's no Russian dub. Now let's start. If you want to hear me, пожалуйста, держите все свои вещи и багаж при себе во время поездки в метро. Помните о зазоре? Забег. Твою же. Ставьте билеты. Билеты. Выход. Дом. Алло. Мы застряли в железной дороге. А мы должны спасти его и все такое. Почему? 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 Потому что я ваш друг, придурок. К этому уже. Не есть аварийное кола. Уха. Ладно, пойдемте спасти мою, так кажется. Окей, тут три пути к станции. Через магазин заполнить зомби, на своем призраке, короче, и этот старый дом вот там. Я бы сказал старый дом. Да и выглядит он безопасный. Ну, надеюсь, вам это все лучше, чем у нас. Я не могу просто здесь спрятаться, надо найти оружие. Нет, слишком предсказуемо. Осторожно, скользкое пол. Нам нужен план. Я знаю! План побега! А, у меня есть план побега. А, зомби! Мэтт, мы здесь, чтобы спасти тебя.
Насчет самое время. Надо подумать, можно открыть ворота. Предлагаю просить у них Тома. Отличная идея. Или можем нажать эту красную кнопку, глазить для внезапной атаки и нажмите это, чтобы открыть ворота, выпустить гражданный внутри. Просит Тома, я вас всех так ненавижу. Отдай мне колоб. Что ж, я думаю, что святые трубы на погостик. Убегаем! Они повсюду. Это было близко. Короче, зомби, убегаем! Похоже, выживших не осталось. Смотрите, вертолет! Погоди-ка, что там внизу? А, неважно, лишь еще больше зомби. Мы спасены. Конец. Создал и анимировал это. Значит, в ролях. Эд Том, Эд Торт, Янов Пау. Эдинатор Эзи Зера, Янов Пау, Гарел Ларсен Гаук. Музыка. Звуки эффекта Ярос Сайц. Спасибо за просмотр. Перевел Артур Калашников. Спасибо за просмотр. Да, я так уж постарался перевести, но это еще добавка субтитр. Ну, иногда так уж не успел перевести. Оба. Thank you for watching. That was for Russian only. But I even very close to translate. And sorry for my younger age voice. Thanks for watching. Bye!